Шов является старейшей техникой ремесленного изготовления. Уже очень давно одаренным специалистам по точной механике удавалось производить швы машинным способом. В современном промышленном изготовлении самые различные швы производятся с максимальной скоростью и надежностью. Это мир Дюрко-Падлер. Разнообразие материалов, которые обрабатывает швейная, автомобильная или обивочная промышленность, предъявляет самые высокие требования к швейным машинам и процессам. Кроме того, для технических продуктов надежность и способность шва выдерживать нагрузку находятся в центре внимания. Мода полна жизни. Мода – это изменение и разнообразие. Швейная промышленность существует за счет быстрых изменений. Такой быстро изменяющийся глобальный рынок требует тесного взаимодействия, созидания и производства. Благородный дизайн никогда не устаревает. Он сопровождает нас на протяжении всей жизни. К тому же производители обрабатывают не только высококачественный материал, но и применяют передовые технологии производства. Вождение с комфортом, радость жизни, безопасность и удобство. Высококачественная внутренняя отделка существенно способствует комфортабельности и повышает ценность транспортного средства. Какой нагрузке подвергается шов, показывает повседневная жизнь. Шов должен выдержать в любом случае. При любом воздействии. В одном можно быть уверенным – в наших превосходных швах. Из традиции давно родилась технология. Все больше швейные процессы управляются компьютерными технологиями. Мы улучшаем функции наших продуктов и одновременно заботимся о том, чтобы они были просты в обслуживании. Дюрко-Падлер. Швейные технологии сделаны в Германии. Чем больше конечный потребитель требует неизменно высокого качества, тем выше требования к производительности и качеству швейной машины. Качество означает не только квалифицированный обмен опытом, но и технический прогресс. Корнями мы уходим в средние века, но растем в современных условиях, охватывающих мировой рынок. Шов – наш мир. И это всегда было и будет так. Дюрко-Падлер. Мир швейных технологий.